Холдинг «Сантехкомплект» является лидером на рынке производства и поставки оборудования, изделий и материалов для инженерных систем. Основное преимущество компании – это возможность полной комплектации объектов различного масштаба. В лучшие времена пики у нас обслуживаются через склад порядка 400 клиентов в день. В ассортименте компании более 50 тысяч наименований сантехнического и инженерного оборудования от ведущих производителей. За годы сотрудничества «Сантехкомплект» стал надежным партнером многих компаний в России и за рубежом, являясь ключевым дистрибьютором известных брендов. Для нас это налог, естественно, и наше тоже развитие. Поэтому будет у вас все хорошо, и в Ленинском будет все хорошо. Директор компании Григорий Гольденберг показал главе Ленинского городского округа Станиславу Катарову складские помещения, отметив, что основной товарный запас располагается на этой базе в 17 гектаров. Здесь вообще здание 9288 квадратных метров, из них склад 7000. В настоящее время на территории Ленинского городского округа строится корпус А-класса площадью более 16 тысяч квадратных метров, что позволит создать свыше 200 рабочих мест. Это офисная часть. Там располагаются офисы, там все необходимые помещения, вплоть до комнаты приема пищи, раздевалки, душевые, санузлы. На новой складской базе будут производиться прием, сортировка, хранение, комплектация и отправка сантехнических изделий. С точки зрения налоговых поступлений во все бюджеты предприятие платит более 850 миллионов рублей ежегодно. Поэтому уверены, что с вводом нового склада и количество налоговых отчислений и рабочих мест, конечно же, вырастет. Помещения будут оборудованы современной пожарной сигнализацией, вентиляцией и стеллажной системой. Этот проект позволит увеличить годовой объем поступления товаров до 74 тысяч тонн. Приятно, что вы к нам приехали, и мы можем показать это. В общем-то, мы довольны, темпы нормальные идут. После введения в эксплуатацию этого помещения в декабре 2024 года планируется строительство еще трех аналогичных складских корпусов. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.